Всем большой привет! Сегодня я прям второе видео снимаю, разошлась. Надеюсь, что тоже у меня получится его либо смонтировать, либо снять хорошо без монтажа. Итак, сегодня я вам покажу покупки, которые делала вот перед учебным годом. В основном, что у меня тут? Ну, тут и мне, и детям старшим, которые пойдут в школу, что-то нужно им купить. Да, даже Роману перепало. Да, Ромась? Хотя тебе еще ни в садик, ни в школу. Так, вот Роману. Роману перепало. Тут мне футболки. Еще там в другом заказе. Вот эти футболки заказывали с сайта Азда, по-моему, девочка заказывает у нас в городе. На сайте они 1 фунт стоят или что-то такое. По 1 фунту, короче, получается в районе 100 рублей. Плюс немного доплата идет за то, что их присылают там с Германии. Ну, может быть, девчачьи, конечно, футболка. Вот эта особенно розовенькая. Но вообще нормально. За такой стоимость я взяла даже Роме эту розовую футболку. И думаю, что она даже не розовая, а какая-то оранжевая. Так что нормально он будет у меня носить. Вот эти 2 футболочки. Ну, Рома! Или что ты делаешь? Вот. Продолжаем. Дальше. H&M. Костюмчики были заказаны старшим детям. Долго я думала, заказывать, не заказывать. Вроде бы что-то есть, вроде бы что-то нет. В итоге заказала костюм. Они типа спортивные, такие штанишки. Серые. Здесь надпись геймер. Геймер, да? С таким начесиком, конечно же, они. Но я думаю, на физкультуру будет носить очень даже нормально. И футболка. Это вот для старшего. Здесь идет уже рост 146-152. Ему 10 лет. Но оно большое. Оно, конечно же, на 152, наверное, больше, чем на 146. Потому что я померила эти штанишки, они даже на меня подходят. Хотя у меня рост 157. Единственное, что они мне так узкие получаются. Узенькие. Ты извозился свои новые футболки по полу и еще мучаешь кота. И чем-то при этом еще становится недоволен. Итак, это был костюм для старшего. Потом я его буду складывать. Для среднего то же самое. Такие же штанишки, только здесь другая надпись. Я посмотрела, они точно такие же. Размер на размер меньше. Это 134-140. Здесь вот Нью-Йорк надпись. И вот такая вот кофточка. Здесь уже идет свитшот типа. Тоже с надписью Нью-Йорк. И у старшего у меня тоже такая же кофточка. Только там что-то с красненьким. Красный вроде внизу. В общем, они будут у меня в одинаковых ходить в кофтах, но у старшего она тоже вот таким же размером, 134-140. И нормально. Штаны тоже тут такие с утеплителем. Мне кажется, штаны никогда не будут лишними. Мальчишкам зимой даже, мне кажется, можно в таких будет ходить гулять, когда будет не очень холодно. Так, себе я заказывала джинсы. 100 лет не заказывала джинсы, а тут увидела, что все девчонки заказывают. И смара какая-то, не знаю точно, сайта, наверное, Lidl или что-то такое. Размер 34, тут еще написано 36. В общем, я заказывала, чтобы они мне были не в обтяжку, и они мне не в обтяжку. В принципе, нормально подошли. Единственное, что вот это вот, это как колено должно быть. А у меня колено где-то сантиметров на 10 выше находится. То есть вот эта рванина не совсем на месте находится. Можно сделать еще одну повыше или просто не обращать на это внимания. Вот, но, наверное, я буду их носить, не буду продавать, потому что мне нужны такие джинсики, которые были бы не в обтяг, свободно сидели, но при этом не слишком, не балахонисто, а вот так вот нормально. А, ну еще здесь простые носочки. Серые. Это я вроде тоже себе заказывала. Ну, в принципе, мой размер уже подойдет старшему сыну, если что. Это короткие носочки серые с разноцветными мысочками. И вот такая вот длинная футболка, я еще и не распаковывала, пока, наверное, даже не буду, да, распаковывать. Посмотрите, какая классная упаковка. Причем я тут показывала, это все там какая-то распродажа супер. Рублей за 200-300. Размер XS, вот такая вот удлиненная футболочка с разрезами. Вот так вот она открывается. Тут липучка, внизу липучка. Очень хорошее качество, она такая, как, не знаю, как назвать. Такая штука. Ну, такая, типа, трикотаж такой толстенький достаточно. Не знаю, куда я буду носить, честно говоря. Что-то я ее заказала, не подумала. Думаю, зачем я ее заказала? Ну, короче, потом померю, посмотрю. Может быть, ее обрезать, если что, если она мне будет не понравиться. И ходили мы в Спортмастер. У меня там был подарочный сертификат. От сканирования, от моего. Я сканирую покупки в приложении Ромир.
И был подарочный сертификат на 1000 рублей, и мы прикупили, ну, тоже в школе, получается. Белая футболка, это старшему сыну, за 99 рублей, D-Mix. Такая вот обычная, ну, на 152 сантиметра. Меньше было просто только на 140, по-моему, 146 не было, а 152. Купили рюкзачок, вот такой вот, Фила. Фила, правильно это называется-то? Так читается, надеюсь. Он стоил 1399 рублей. Такой вот рюкзачок. Хорошенький, но средних размеров, но на возраст как раз указано 10-15, по-моему, лет. И утепленные штаны вот такие вот от Venture, или как так называется эта фирма. Зимой ходить, для занятий спортом. Где тут утепление вам показать? Ну, тут такой вот флис тоненький. Но он у меня как раз такие и носит. Вот, когда большие мальчики, они же уже очень толстые такие штаны не носят. А такие вот у него для занятий физкультурой, может быть, гулять когда-то зимой будут очень классно. 1799, по-моему, они тоже стоили. Ну, короче, мы там что-то оплатили баллами 30%, так как у меня было 800 баллов откуда-то в спортмастере, плюс вот этот сертификат, и заплатили где-то 1500 за все. Вместе за рюкзак, штаны и за футболку. Такие вот у нас покупки перед новым учебным годом. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Делитесь, купили ли что-то уже вы, собираетесь ли прикупить что-то еще. Я так предполагаю, что нам нужны будут штаны. Школьные еще, потому что я внезапно вспомнила, я думала, что ничего не надо будет, штаны не нужны будут. Но я внезапно вспомнила, что средний сын, у него вообще туго застегивались школьные брюки, придется среднему взять старшего. Да, Ромка, вот так вот в конце все хотят испортить. Либо среднему взять старшего штаны, а старшему купить, а может быть они ему и не подойдут. В общем, приедут, и на последней неделе августа мы будем бегать в суматохе и смотреть, что же нам надо еще купить. Все, всем теперь пока. Пока-пока.